Друзья мои, всем большой привет! Очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня хочу вас пригласить к себе домой, чтобы показать вам свой заказ из классного магазина. Честно, заказываю здесь впервые, но отзывы потрясающие. И хочу показать вам качество товара. Это магазин Tom Dom. Посмотрите, в какой упаковке все пришло, именно в их фирменном таком упаковочном пакете, да. И хочется вам рассказать, что это вообще за магазин. Это большой ассортимент готовых штор и домашнего текстиля для создания уюта и тепла в вашем доме. Я заказала здесь шторы, заказала шторы на кухню, заказала шторы в зал. Я их планирую с вами вместе распаковать и показать вам, как они будут смотреться. Также здесь три комплекта постельного белья заказывала себе. Даже, нет, наверное, даже 4. Надо посмотреть и вспомнить точно. Заказывала ребенку, себе заказывала и близким своим. Хочу все распаковать и все застелить, все повесить и вместе с вами посмотреть и рассказать более подробно. Сразу скажу, что ссылку на данный сайт tomdom.ru я оставлю в описании под этим видео. Надеюсь, что кому-то она пригодится, потому что действительно... Много продукции, интересный магазин, готовых штор очень много. Я там, наверное, зашла и зависла надолго. Но сейчас хочу распаковать этот пакет. Ничего без вас не открывала. Сейчас вместе с вами распакуем и достану, покажу, как это выглядит в упаковке. И далее, конечно, покажу уже именно в виде, как и должно быть висеть или застеленное, да, постельное белье. Поэтому надеюсь, что вам будет интересен данный обзор. Сколько же здесь красоты, вы только посмотрите. Давайте вместе доставать. Или, наверное, сейчас... Ну ладно, давайте даже вместе, да? О, это я помню, это моя штора на кухню. Я себе выбрала именно такую. Вот артикул, кому необходимо. Кринофис называется, если я правильно ставлю ударение. И выглядеть должно вот таким вот образом. Повторюсь, что на своем окне, на своей кухне я вам покажу обязательно. И хочется сказать, что они разные комплекты. Есть с подхватами, есть тюли, есть ночные шторы. И самое главное, что они готовые. Я люблю, когда нахожу что-то, то, что мне нравится, и уже в готовом виде. Не нужно время тратить. Ну, в общем, думаю, что хозяюшки меня поймут. Так, что еще? Скажу сразу, что постельное белье для моих близких я говорила им сайт и такой подарок им сделала. Был же день мамы, как знаете. В общем, они выбирали сами. Здесь у нас комплект детского постельного белья. Состав 100% хлопок и такие вот динозаврики на белом фоне. Очень яркое постельное белье. Оп, завалился наш пакетик большой. Посмотрите, как будет выглядеть. Тоже все застелю и вам покажу. Но смотрится очень классно. Это полутораспальный. И также страна, конечно, Россия, производитель. Стирать при 30 градусах. Я прямо довольна. На первый взгляд так точно. Так, ну а следующее с вами достаем. Я еще заказала себе такую полупрозрачную, знаете, штору в зал. У меня есть красивые комплекты, такие тюль, да, и какие-то ночные шторы, но мне захотелось что-то вот такое невесомое, прозрачное и в таком именно оттенке, в бежевом, сочетание светлого и темного. В общем, меня заинтересовал. Размер, конечно, выбираете сами. И все даже указывайте в комментарии, чтобы ничего точно, знаете, быть спокойными. Ну, вот здесь вот написано, что это тюль даже. Ну, я вам покажу, она как бы идет тюлью, но тоже на две половинки. Тоже, в общем, с вами повесим и посмотрим. Но, знаете, пока мои ожидания, я бы сказала, что полностью удовлетворены. Очень страшно иногда заказывать что-то через сайт. Просто боюсь, что закажешь и придет что-то не то. Ну, посмотрим. Пока по картинкам, по тому, как это все оформлено, меня все устраивает. Следующий комплект постельного белья. Это я заказывала себе. Также 100% хлопок. И выглядеть должно вот так вот, как на картинке. Называется Санта Мария. Размер у меня евро. Это бязь. Кстати, материал можете тоже выбирать абсолютно любой, какой вас устраивает. 100% хлопок выбрала я. И это евро получается. Пододеяльник 200 на 220. Наволочки 2 входят в комплект 70 на 70. И простынь 220 на 240 сантиметров. Очень красивый. И вижу, что также он выглядит и вживую. Ну и идем дальше.
Ну а здесь у нас с вами уже заказы, которые я дарю своим близким людям. Они выбирали сами расцветки. В общем, здесь у нас белье постельное, конечно, бесшовное постельное белье из бязи. Называется Зирмас. Полутораспальный комплект в данном случае. Все также Россия производитель. И вот такой вот яркий принт. И ну, здесь как бы также указано наволочка какого размера, простынь, пододеяльник. И также это бязь. В общем, посмотрим и его обязательно с вами застелим. И далее еще вот такая красота. Смотрите, какие красивые розы. Просто, ну я не знаю, просто как живые, правда? 100% хлопок. Это у нас также евро. Пододеяльник 220 на 200. И называется Булимея. Данное постельное белье. Ссылочки я вам оставлю. Давайте даже, знаете как, я оставлю на сайт tomdom.ru. И я думаю, что вам удобно, так вы мне писали, чтобы я оставляла на то, что заказала, тоже ссылки. В общем, все это будет в описании под этим видео. Заглядывайте в инфобокс. Друзья мои, ну что, повесила я в зале тюль. Говорю тюль, потому что называется она тюль Лаури 260 сантиметров. В общем, нам она очень подходит по цвету. Я безумно довольна. Цену я вам укажу, ссылку на нее также оставлю. Что хочется сказать, что эту тюль можно, в принципе, собрать по-разному. Она состоит из двух половинок. Сейчас подойдем поближе, я вам покажу. И хочется еще сказать, что я ее немного, видите, расправила как бы. Мне нравится так. А вообще можно, ну, присборить. Вот почаще будет все это. Давайте подойдем, я вам покажу. Она состоит из двух половинок. Это очень для меня удобно. То есть подошел, все гармонично, ничего нарушать не нужно, всю эту целую концепцию, да. Если нужно выйти на балкон, то, пожалуйста, путь открыт. А в принципе, можно использовать не как тюль, но я, наверное, пока оставлю именно так. Сейчас зимнее время суток, всегда на улице темно, да и дома хочется побольше света, поэтому я оставлю именно так. Но скажу сразу, что можно еще повесить, конечно, именно с ночными шторами, которые вешаются по бокам. Поэтому имейте в виду, выбор очень огромный. У нас высота, в принципе, нормальная. И видите, у нас карниз не к стене, а именно к потолку прикреплен, поэтому вот таким вот образом, ну как бы нам нужна была длина. Еще где-то вот так я эту штору наверху делала покороче, и то она получилась вот в пол получается. Почему покороче? Чтобы у нас кошка, чтобы она особо с ней не игралась, хотя все равно будет, наверное, покушаться на нее. Спасибо огромное TomDom за такую прекрасную тюль, я очень довольна. Сейчас пойду вешать именно на кухне, там снимать и вешать. И что хотела сказать, я ее немножечко, данную тюль, отпарила, просто буквально чуть-чуть. У меня отпариватель ручной, но если у вас нет, можете пульверизатором ее напшикать, она сама отвисится. И знаете, она не была мятой, она просто была именно в местах, где было сложено вот такие вот полосочки. Так что, друзья мои, ссылка будет и на эту тюль будет, и на этот сайт. Смотрите, кого заинтересовало, я очень довольна. Ну а теперь добро пожаловать на мою кухню. И, конечно, хочу вам показать штору здесь. Называется эта штора, точнее, это комплект штор Кринофис. Комплект штор вуаль 200 на 160 сантиметров. Их две. И подхваты. Также два подхвата. Сейчас я повесила вот таким вот образом. И кажется, что это одна единая штора, но на самом деле это не так. Есть еще подхваты. И вообще можно ее, конечно, разделить. Сейчас я, наверное, на подхваты ее немножечко прихвачу, да? И посмотрим, как будет смотреться. Что касается длины. Не люблю длинные. Вот на кухне мне удобно, когда по подоконник или, ну вот, чуть-чуть, как в данном случае, пониже, то есть до пола, нет, я не люблю. Именно что касается кухни, конечно. Давайте подойдем поближе, я хочу вам показать, что это действительно две шторы у нас. Вот так это все разделяется. Очень подобрали, интересно, что вот этот рисунок бежевый
подходит нам, у нас здесь вот такие вот шторы еще рулонные, и они прямо очень смотрятся классно, особенно когда подхватами, если схватить. Ну и вот, смотрите, теперь я подхватила шторы подхватами. Конечно, можно это делать по-разному, можно ближе, можно дальше, то есть как ваша фантазия пожелает. Я сделала вот так почти в самый конец. Ну, можно и повыше, когда захватить, если хотите, чтобы окошко было открытие. Ну, и здесь только ваша фантазия. Хочу сказать про качество. Качество превосходное. Действительно, стоит этих денег, которые есть на сайте, да, можете посмотреть. Цены разные, цены бюджетные. В общем, обратите внимание, кого интересует. А я еще раз говорю спасибо большое TomDom за эту прелесть, за ваше качество. И за ваше разнообразие. Смотрите, как идеально нам подходят под шторы, под наши, которые были рулонные. Я думаю, что смотрится здорово. Вообще, люблю по минимуму, чтобы были именно шторы на кухне. Но данный вариант понравился, сразу заказала, потому что были в мыслях. Мы здесь сделали легкий ремонт. И вот были мысли поменять, конечно, штору. И вот нашла на этом сайте, очень рада, заказали. Ну, а далее покажу вам постельное белье, также застелю у себя и покажу то, которое купила своим близким, они тоже застелят, я вам покажу, как смотрится. Далее я хочу вам показать следующий комплект, это уже постельного белья, полутораспальный. Здесь он застелен на диване и называется он Зирмас. Также ссылку на него я оставлю. Что хочется про него сказать, что сделано в России, по качеству это бязь. И знаете, настолько стопроцентный хлопок, что очень редко удается найти именно такое по качеству. Из плюсов, что отметили сразу, это то, что пододеяльник, я думаю, что многим нравится на пуговицах в данном случае. Вот все пуговички на месте, застегнул, ничего не вылетает, все очень комфортно, очень удобно. Рисунок такой, рисунки разные, конечно, абсолютно, но здесь вроде как на светлом фоне вот эти цветы смотрятся достаточно хорошо. И, конечно, наволочка соответствует тому же размеру, который заявлен. В общем, друзья мои, очень довольны. И, конечно, покажу все оставшиеся, которые заказала. Но вот Зирма смотрится именно так. Могу сказать, что ничем не отличается, как на картинке на сайте. Я считаю это огромным плюсом, потому что, когда заказываешь, обычно очень много раз, по крайней мере, я обжигалась с этим делом, поэтому отношусь теперь с осторожностью, но здесь все очень хорошо. Но чтобы не быть голословной, вот посмотрите, как смотрится с упаковки постельного белья и само постельное. Ну, то есть один в один, можно сказать, поэтому хотелось с вами поделиться, и сейчас покажу следующий комплект постельного белья. Следующий комплект постельного белья смотрится вот так вот. И называется он Болимея. Возможно, не так где-то ставлю ударение, но как написано, так и произношу. Тоже ожидания полностью оправданы. Что хочется сказать об этом комплекте? Во-первых, производство Россия, что немаловажно. Вы ведь в комментариях многие пишете, почему не показываешь российское производство. Вот постельное, это все Россия. Размер здесь в данном случае, размеры есть разные абсолютно, от полутораспального, также двуспальный, семейный, евро. То есть все есть в данной расцветке и не только в этой. Здесь у нас евро, где пододеяльник 200 на 220 сантиметров. Наволочки 70 на 72 и простынь 220 на 240. Хочется сказать, что хлопок обалденного качества. И еще из плюсов сразу вам покажу, что здесь в этом комплекте уже пододеяльник у нас на молнии. Я обожаю, когда на молнии. Сейчас у меня все комплекты именно на молнии, потому что застегнул, ничего нигде не вытаскивается, не высовывается, все комфортно. То есть я считаю, это огромный плюс. И здесь молния именно внизу, не сбоку нигде, а именно внизу. И еще сразу заметила, что иногда наволочки, может быть, вы тоже замечали, шьют уже из каких-то остатков по похожей ткани. Здесь у нас полная симметрия, вы посмотрите, одинаковые абсолютно по расцветке. Видно, что сшито не из кусочков, видите, то есть они одинаковые.
иногда мне лично попадались такие, может быть, розы были бы в другом углу, то есть ткань такая примерно, но все равно чуть-чуть уже было не то ощущение, здесь все отлично, я очень довольна, мои тоже близкие также довольны, поэтому ссылочка будет и на этот комплект, и повторюсь, что на сайт, давайте откроем, здесь идентично все, вот она простынь. То есть изъянов нет, ткань просто замечательная. Обожаю 100% хлопок, натуральную ткань. Она не светится, достаточно плотная. Я думаю, что и не полиняет, потому что производитель очень хороший. Следующий комплект постельного белья называется Астента. Ссылочку на него я также оставлю в описании под этим видео, поэтому обязательно заглядывайте. Размер здесь евро. То есть получается пододеяльник 200 на 220, наволочки 270 на 70 и простынь 220 на 240 сантиметров. Очень удобно, здесь также пододеяльник у нас на молнии. И теперь предпочтение этому всегда буду отдавать, это очень удобно. Вот она здесь у нас спрятана молния, хорошо открывается, закрывается, она достаточно большая, то есть когда мы будем с вами одеяло вправлять, ничего никуда не девается. Но, одним словом, очень удобно. Давайте также с вами сравним, как на картинке это смотрится с вкладышем. И как смотрится вживую. Вживую мне даже больше нравится. Очень, вообще безумно понравился этот комплект. Я буду обязательно обращаться снова и снова к этому сайту. Заказывать для близких, для родных и рекомендовать друзьям, конечно. Следующий комплект постельного белья называется Барвейсо. И это уже детский комплект, вот с такими яркими красочными динозавриками. Также очень понравился по качеству, все великолепно просто. Я заказывала полутораспалку и могу сказать, что все то же самое, очень приятный. Даже детские комплекты, здорово, что сбоку на молнии. Представляете, здесь уже такая молния, змейка сама поменьше. По качеству отлично просто все. Одна наволочка в комплекте. В общем, друзья мои, так как вы для меня также уже стали все друзьями, я вам также рекомендую посетить данный сайт. Я просто уверена, что вы найдете по карману и влюбитесь просто в какой-то комплект или шторы посмотрите. В общем, заходите обязательно на сайт. Просто рекомендую от души вам. Скоро нужно выбирать подарки для близких. И что может быть лучше для дома, чем выбрать что-то уютное, мягкое, и которое прослужит на, можно сказать, даже на долгие годы, потому что качество здесь замечательное. Также вам покажу, как смотрится он на картинке. Вот он. И точно так смотрится вживую. То есть один в один. Я, если честно, была этому очень удивлена, но приятно удивлена. Поэтому спасибо TomDom за ваш сайт, за ваш сервис. И мы к вам еще вернемся. Друзья мои, все ссылки будут в описании под этим видео. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Всем пока.